У меня в руках новое изделие компании Tupperware, которое я, как давнишний консультант, ждала очень долго. Это термос Jumbo 1,2 литра. Были у нас когда-то термоса со стеклянными колбами. Это тоже очень хорошо. А для нас, для путешественников, для северян, поездки на рыбалку, поездки в лес, вот такого термоса нам не хватало. Что у него такого примечательного? Во-первых, красивый внешний вид. И цвет приличный. И объем хороший. И ручка у него складывается. То есть она выдвинулась и закрылась. Очень удобный в использовании. А, я же сказала, что он металлический. Внутри-то у него колбы. Крышка. Колпачок такой. Не надо брать с собой кружки. Налей сюда. Пробка, которая волшебная. Не надо ее сильно открывать, чтобы налить. Чтобы не остывало содержимое. Чуть-чуть приоткрыл и наливай. Но у нее есть такое здесь уплотнительное силиконовое колечко. Оно служит для того, чтобы не пропускать воду, чтобы сохранять тепло. И если вы решили убрать, помыть, то не вздумайте выбросить. Иначе термос не будет годным. Есть у него колечко, которое на донышке силиконовое. Оно служит для того, чтобы поставить, и он уже не прыгал, не бегал, ничего, устойчиво стоит. И не клацает, когда мы сильно будем ставить его на поверхность. Этот термос служит для, как для горячего чая, для компотов, так и для холодных. Но прежде чем вы хотите налить горячий чай, предварительно все равно надо это все помыть и все приготовить. Налейте сюда горячей водички, чтобы колбочка немножко согрелась. А потом ваш чай будет горячим. Ну, смотря какая вам температура нужна. Если вы хотите пить прямо отсюда, то вы можете обжечь свои губки. То есть тогда мы будем пользоваться крышкой и стаканчиком. Если холодное, то тогда мы наливаем сюда холодной воды, закрываем пробочкой, чтобы немножко колбочка у нас остыла. И тогда наливаем уже холодные напитки. Широкое горло, чтобы можно положить было сюда кусочки льда. Будет еще приятнее, будет еще холоднее. Так что я очень рада, что компания нас услышала, что такое нам изделие дали в наше пользование. И если вы такое изделие приобретете, вы никогда не пожалеете. Я купила себе это однозначно и своим всем детям в подарок. Особенно сейчас, к праздникам предыдущим. Так что отличное изделие. Спасибо компании. Я очень рада.